Стал известен первый маршрут электробусов. Часть из них будет курсировать между Северным и Тихими зорями. Путь экологичного транспорта будет пролегать по Шумяцкого, 9 мая, авиаторов. На правый берег он поедет через Октябрьский мост. Затем на Мичурино, оттуда на Красноярский рабочий, Предмостную площадь. Конечной остановкой станет улица Лесников в Тихих зорях. В обратном направлении электробус поедет по такому же маршруту. Его протяженность почти 23 километра. Первые электробусы приехали в Красноярск еще в начале декабря 2023 года. Сейчас весь экологичный транспорт, закупленный в прошлом году, уже в городе. Его обкатывают на улицах, а к 400-летию Красноярска планируют закупить еще 600 электробусов.